Здравствуйте, это большой вечерний выпуск «Вестей». В прямом эфире с вами Андрей Кондрашов. Смотрите прямо сейчас. Приоритеты борьбы – коррупция и экстремизм, бесконтрольная миграция и новая напасть – группы смерти в социальных сетях. Владимир Путин на коллегии МВД. У Wikileaks есть крот-контрактник в ЦРУ, но найти его не могут. Что сегодня заявил Ассанж, знали ли немцы, что пригрели ЦРУшных хакеров? И как защищается от тотальной слежки Сергей Лавров? Елена Исинбаева сменила спортивный костюм на деловой. Она глава наблюдательного совета РУСАДА. Как по-новому будем бороться с допингом? Сегодня рост цен в России минимальный со времен СССР. Означает ли это, что экономика постепенно отвязывается от нефти? И что будет с рублем? Комментарий Наиля Аскерзаде. Новая эра для российских автомобилистов. Все машины без системы ГЛОНАСС превращаются в недвижимость. Как не оказаться владельцем дорогого металлолома и что ждет поддержанной иномарки? Ну и мистика или алкоголь? Кто виноват в аварии, которая повторилась ровно через 12 лет, день в день? Жену Николая Караченцева сегодня лишили водительских прав. На какие преступления МВД...